день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. Вы на канале Крош ТВ, я Крош, и да, у нас снова прохождение Angry Birds Epic, друзья, давно не ослышались. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу же напомню, что вам понравилось мое видео, и кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. Так, и давайте начнем. У нас, где мы? А, у нас развилка получилась. То есть мы можем к этому зеленому пареньку пойти или здесь. Давайте мы уже тут стоим. Так. То есть мы... О, у нас есть награда вот эта, неплохо. И только трех, к сожалению, можем взять. Почему мы не можем взять четырех? Так. Давайте попробуем вот это вот. Как птички бьют. То есть возьмем вот так вот, как и стоит. Я уж и не помню, как они дерутся. Так. Первому надо сразу втащить. Так, давайте посмотрим вот на вот этом, потому что у него что-то больно дохренище. Ого! Неплохо, друзья. И... Этому, наверное, защиту дадим, чтобы он не так сильно нас, короче, избили. Так, вот теперь можно втаскивать. Блин. Жаль, что не можем до конца всех побить. Оставим вот этого, наверное, в живых. Так, отлично. А, кстати, надо этот его проверить. А, круче. Еще круче стали. 270 урона, друзья, сейчас. Мы просто разорвем их. Смотрите. Бум. Так. Надо, короче, по-любому броню сразу прокачивать. Ага, ну это фигня. Правда, сейчас будем немного отгребать. Так, надеюсь, ты вольнешь, отлично. Так, ну там еще одни будет, так что я придержу. Так, неплохо, давайте сходу будем сразу валить. Чтобы нас меньше косили. Блин, нафиг ты его бьешь. Так, вообще, что у нас много? У нас, в принципе, вот это вот много. Давайте попробуем, что такое даст. Дало какой-то херни, если честно. Ага, больше нельзя, да? Ну ладно. Так. Предлагаю побить каждого. Вот у нас теперь двое полуживых. Ага. Так. Это мы сделаем потом. Так. Пока ударь, потом сейчас им воспользуемся. Офигеть, что это за бабуины, друзья? Так, надо, короче, сходу дать вот этому. Потому что я думаю, у него самый мощный удар здесь. Офигеть, просто сразу ваншотнули. Я думаю, это, ну, на 3 звезды, наверное, нет, но 2 звезды стопудово будет. И это 3 звезды, друзья, 3 звезды, просто этих чук-чел мы сделали. Так, ладно, пойдет, главное, взяли одну, пока, в принципе, нам они не нужны. Так, нужен. Золотая свинья за победу. Золотая свинья. Ты можешь получить монетки. Удачи, ищи золотых свиней. А, в смысле, в бою я могу их найти и вальнуть их. Ну, вот это неплохо. Так. То есть мы можем сейчас, в принципе, отправиться вот сюда вот и взять яйцо, как бы.
А можем отправиться вот сюда вот и навалять вот этому парню. В этой серии я хочу забрать яичко. Давайте подойдем. Ага, видите? Это уже серьезный парень. Если мы, например, вот это вот уберем, 70, да? 90, а если это уберем, 70. Этого 105, а этого 102. Ну, 102, а если вот так вот сделаем, 110. Давайте вот это пока отодвинем. Нам нужно минимальное этот, чтобы вальнуть его. Этого парня. Так, продолжаем. Реклама. Ой, то он вообще весь, прикиньте, он весь в кактусе, друзья. Весь просто. Он зеленый и весь вообще зеленый, короче. Ну вы поняли. Стопудово, если мы его ударим, у нас покоцается парень. Вот в чем прикол-то. Так что я предлагаю сначала сделать всем вот такие ништячки, как бы. И попробуем вот этим именно ударить. Нет, смотрите-ка, мы этот не получили. Но как бы силёнок-то у нас. Так, отлично, давай-ка, стреляй. Ну, неплохо, но, правда, все равно он нас стукнет, короче. Нет, только не его. Офигеть. Он ваншотнул, друзья. Он сразу же ваншотнул. Так, ну я думаю... А что это у него за фигня такая пошла? А, ну теперь она коцает, да, как я и говорил. Блин. А, ну все, сейчас нормально. Давайте попробуем вот этому дать. Он что-то вообще его закидал. Ну офигенно, одного, правда, потеряли, к сожалению. Тут сто остальных вообще никого не взял. Ну, две звезды тоже неплохо. Сундучок, скорее всего, у нас не будет. Да. Ну ладно, фиг с ним. Еще я знаю, где этот сундучок есть и что взять. Ну же, давай, давай, давай. Где мои... Так, кстати, а вот здесь вот что-то есть. А, здесь, смотрите-ка. Здесь есть новые ништячки. А почему я их не покупал? Так, а вот здесь же у нас еще есть. Магазинчик. А, ну тут еще нету. Ладно, это фигня. Так, давайте зайдем, посмотрим, что это вообще такое. И с чем его едят? Да, вот нам сразу показывают, что тут есть что-то. Ага, это защита, короче. Ага, нету пяти этих камней, этих ящичков. Остального всего хватает. И нет еще ящичков. Так. А вот это почему-то не показывают? Так, давайте посмотрим, что именно. Ну, ящиков, ладно, сейчас я за ними сбегаю. Мне их 5, короче, надо еще немного. Прерву запись и нафармлю. Надо сначала посмотреть, что мы именно купили. Ну, почему-то я одной вещи, короче, не обнаружил. Так, ребята. Давайте-ка вот сюда вот. А... Книга у желтой птицы. Продано. Так. Книга. Да, почему-то она, кстати, не появилась здесь. Странно. Ну ладно, давайте я прервусь и нафармлю, и уже тогда вернемся. Так, давайте вернемся. Короче, не нашел я этой книги, но нафармил как бы вот этих вот коробок. Так что давайте мотанем.
3 звезды сразу, отлично. Так, забираем. И у нас есть еще вот этот вот ништячок, как бы. Да, тоже всего хватает. Две звезды не пойдет. Нам надо максимум. Отлично, 3 звезды есть. Потом появится, но пока вот этой вот книжки нету, и вот это вот очень печально, если честно. То есть, ну нет этой книжки, то есть... Вот это золотая книга, я ее уже делал, остальных тут просто нету. Может, ты думал оружие, но нету. Нету, перезапустил игру. Не появилось, короче. Еще нашел, короче, на карте золотую свинку. Так, это, походу, у нее защита. Ни хрена себе защита. Так, 86, рост, щит, бодрость, мощь. И, ну, давайте вот это оставим. Все-таки круче вещь. Так, видите, тут тоже защиты, считайте, нету. А жаль. По идее, должна была быть. Так, ну у этого нормально все, у него был сундучок 217, бодрость, все на мощь, короче, у них идет. Так, ну я предлагаю, я нашел, короче, на карте золотую свинку, только что она у меня появилась. Так, сейчас я вам ее покажу, вот она, давайте сразу же вольнем ее. Так, ну тут, в принципе, давайте возьмем тех, кого у нас, кто у нас с чем-то пришел. Вот это, кстати, очень мощно, у него ваншоты иногда бывают. Эти 125 сразу же. Даже можно, знаете как, вот этого взять, 117, нет, смотрите, 125. Что ж, давайте в бой. Посмотрим, как это все работает. Так. А, я этот забыл. Ну ладно. Вот золотая свинка, кстати. Предлагаю вальнуть сразу же ее. Так. Ну, мало-мало дамага. Надо было другую взять. Это фигня. Сейчас они просто будут втаскиваться. Ты на кого там хавальник свой разинул, парень? Так, ты пока вали пока ее. Интересно, сколько она принесет бабла? Ага, все на него. Ну ладно, они в принципе урона-то и не наносят. Для меня главное сначала вальнуть вот этого. Отлично, есть. Одну монетку. Ну, я-то думал, ну, в принципе, фармить монетки можно. Так, ты долго-долго его будете бить? Так. Все просто всем. Так, давайте вольнем вот этого, а то он уже какой-то суровый парень. Офигеть. Так, немного подхилились, но это боится. Это на нового. Что-то хочет сделать. Так, давайте-ка вот этого увольнем, чтобы он сразу отъехал, как говорится.
Так, отлично. И вот это вот этим вальнем. Подхиляемся. Ни хрена себе, еще не умер с одного удара. Ну, кстати, жаль, что только одна. Ну, тут без разницы, что нам. Тут ничего, в принципе, не надо. Ну, теперь буду заходить. Если что, буду фидить, валить золотую свинку. То есть, может быть, так быстрее накоплю на... Ага. В смысле, у них ранги повышаются? С 5 на 6, ну круто, ладно. Так, где мы тут были? Давайте зайдем вот сюда вот. Ни хрена себе, они тут кружок навернули. А, наш товарищ, друг и брат, как говорится, предлагаю 128. Так. Можем вот так вот, в принципе, взять. У нас чисто будет урон качаться. 128. Давайте вот так вот. Нам нужна эта победа. Так. Предлагаю сразу же сделать синие штучки и получить законный урон. Так, он не ваншотает, отлично. Так, ну это он, мы знаем, что он сделал. Так, эти двое, короче, вообще мешки. Главное вальнуть вот этого. О, вот это вообще, видите, у него крит прошел. Практически вальнули. Да, и он, кстати, тоже вообще что-то ничего. На, он отравил, смотрите-ка. Так, давай теперь вот этого. Неплохо. Тоже, видите, у них прокатывает ваншот. Ну, последнего-то, я думаю, добьем уже. Плюс 6, отлично. Ну, вот это неплохо, кстати, сделали. То, что теперь у них все будет повышаться. Так, тут, в принципе, ничего нам тоже не надо. Хотя, получили 4 штуки редких. Черепа бизона. Что довольно приятно, конечно же. Но главное, мы забрали свое яичко. А, плюс 3, ну круто. Так. А, не, мы еще не забрали. Ну, давайте в этой серии заберем, в принципе. 80, да? Ну, суровые ребята, короче, против нас будет. Но у нас, в принципе, мощь армии намного сильнее. Кстати, наград давайте заберем один хоть раз, один на этот сундук. Все-таки возьмем. Свинская. Друзья, написано свинская мощь. Сила команды и свинская мощь. Ну что же, посмотрим на свинскую мощь. Странно, я думал, опять реклама будет, я уж приготовился. А, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. И в конце, скорее всего, будет мощные парни. Так, сразу сделаем все приготовления, как бы. Да, получим урон. Да, неприятно, но куда деваться. Так. Давайте-ка этого прибережем немного. Понятно. Кто у них здесь лидер? Блин, никого не убили. Но зато сейчас всех троих, короче, можем бодро покосать. Хорошо, что они только одного бьют. Крит отлично сработал. Так, давайте вот этого добьем. Хорошо, что в конце сработал, потому что мы сейчас можем как-то опять сделать всю защиту.
Да, получить урон, но в принципе пройти как бы дальше. Так. Офигеть, тут прям по уровням. Ага, вижу я большого свина. Так. Крит. Нет, не крит, ну ладно. Тоже неплохо. Офигеть, мы его, кстати, почти вальнули. Так, чтобы урон, короче, не хапать, я предлагаю сделать вот такой вот ход конем, то есть просто вальнуть всех. И, в принципе, пройти дальше с минимальным уроном. Мы-то этот сейчас опять наберем. Наверное. Так. Ну, они сейчас будут кастовать. Так как вот этот сейчас что-то прокастовал такое интересное. Давайте-ка вальнем его. Может, крит? Да, отлично, есть крит. Сразу же ваншотнули. Так, это сейчас будет набирать. Так, смотрим. Неплохо, неплохо сносит, может быть. У этого через сколько... А, нет, смотрите-ка, тоже неплохо. Может, тоже сможем ваншотнуть? Да, нет. Почти, почти. Офигеть, он втащил, друзья. Так, ну я думаю, что он второй раз не втащит, так что давайте-ка... Пропустим от него, как говорится, еще один ударчик. Но зато сделаем защиту. Да, так и случилось. Просто ваншотнем его. Блин, он покоцал наш, у нас было издалека бить. Ну а кто знал-то? Ладно, будем знать. Так, у нас это почти, кстати, набралось. То есть на этот уровень этих как раз вальнем, у нас наберется перчик. Так, это стопудово их вожак. Так что сразу же ваншотаем. Офигеть, они наше яйцо прячут. Вот так, получить еще урон, давайте. Деваться некуда. Так, ну-ка втащи-ка ему. Отлично, один отъехал. Перчик набрался. Так, не прыгай, давайте издалека вальнем. И чуть, это все? Кого ты зовешь, маленькая свинка? А, ну своего этого. Охренеть, она подросла, друзья. Так, знаете, что я предлагаю сделать? Ну, она, наверное, сразу ударять не будет. Так что я предлагаю сделать вот так вот. Сделать вот так вот. И попробуем дать вот этому. Посмотрим, что она сделает. А, отстойно. Отстойно, друзья, отстойно. Не той дал. Придется, короче, вообще сейчас немного повтыкать. Крит сработал. Ага. Бомбочки. Явно они будут взрываться, так что... Вот я думаю, что сделал. Давайте-ка вот так вот сделаем. Отлично. Глупо сейчас на них нападать, потому что они, если взорвутся, взорвутся около меня. Блин. Так, короче, валим сразу же вот этих. Этого во вторую очередь вальнем. Офигеть. Нас сейчас тут вообще просто раскачают. Пока у нее эта защита отлично есть.
ништячки. Так, давайте сразу же вот этому дадим, пускай он немного. Так. Пускай будет сила. Но это нормально. Нам главное продержаться. Так, опять нас забрали. Да, долго мы будем его колупать. Но это фигня. У нас стрелок с ними отлично разбирается. Блин, только что мы приблизились, как говорится, к концу. Ладно, давайте попробуем. Скорее всего, мы не успеем. Так что придется переигрывать. Да, к сожалению. Отлично, просто на копейках, друзья, на копейках вытянули. Да, жесткий был бой. Одна звезда, даже две звезды дали. Но сундучок я хочу получить. Давайте мотанем еще раз. Буду мотать, пока у меня есть эти кристаллы. Очень хочу сундук, короче. Давайте еще раз. Отлично, вот все, сундук есть. Что там какая-то ерунда выпала? Так, отлично, пинков им надавали. Плачут и бегут. Яичко наше. Даже свалил. А, ну давайте пропустим. Даже свалил с гор. Так, ну два яйца мы вернули. Почему у него опять три? Почему у него опять три яйца, кстати? Еще карта открылась. А, ну... Яйцо 2 плюс 100. Лучше бы мне золотишко бы дали бы, конечно. Так, две звезды. А, можем купить. Основное 600 нет здоровья. Да, это, короче, бесконечный, походу, магазин. Так, хочу посмотреть на карту. То есть вот здесь вот есть какой-то сундучок. Везде, кстати, двери закрыты. Офигеть, здесь карта. Какой-то мрачный корабль. Что-то он мне не нравится. Так, ну, в принципе, нормально. Нормально посражались. Забрали наши два яйца. Так. И вот здесь еще что-то можем купить. Ни хрена себе теперь это стоит. У меня вообще ничего нету. Раньше я мог ее сделать, теперь я не могу. Что для этого требуется? 9. У меня их 41, 41 штука. Ну, в принципе, ладно.
А, 10 таких штук. Да, у меня там не хватает. Так, ну эти хватит. Ага, и вот этих помидор сопло надо. А нет, смотрите-ка. Ни хрена себе вот эти вот яблочки стоят. А вот эти, а вот это стандартный, да? Так, давайте тоже немного. Нет, зачем? Давайте мне на 3 звезды, пожалуйста. Десять стоит? Я что-то только что сейчас обнаружил какой-то. Все, мне хватит. Вот 3 звезды мне хватит. Десять стоит, да офигеть. Но это стандартно, мы уже ничего не сможем тут сделать. А у меня они вообще есть? Ну есть 7 штук, кстати. 40 и яблочек вообще нету. Так. Ну придется уже этот, потому что что-то больно дорого они стоят. Крафт. Так, ну много-то не будем тратить. У нас, в принципе, есть 9. Можно попробовать еще одно яблочко сделать. Ну, у нас 2 получилось. О, даже 3. И хочу сделать... А, нужно 5. Ну ладно, не получилось. Офигеть, они все-таки стоят. Ну, кстати, у нас бабла-то много, 5000. Ноль, друзья, ноль. Я, блин, лоханулся и все потратил вот эти вот. Ну, теперь будем втухать, конечно же. Они мне по-любому нужны для прокачки вот этих вот оружий. Надеюсь, я ее уже наберу потом. Это 5-я, беспонтовая, это вот 6-я. Так что будем пока вот с этой ходить. Дура стойкости. Так, ну давайте на этом закончим нашу серию. С вами, друзья, был... Крош, поддерживайте мой канал, подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте палец вверх, комментируйте, увидимся уже в следующей серии, до новых встреч, пока-пока.